Добрый день, дорогие друзья, и вот, как я вам и обещал, наконец-то, в гостях у меня сегодня подписчица моего канала, самый маленький, наверное, подписчик. Ее зовут, как зовут? Ксюша. Ксюша. Ей 7 лет, и она 1 сентября идет первый раз в первый класс. Но она давно хотела быть гостем моего канала, все лето ездит смотреть голубей, мы с ней изучали, она много задавала вопросов. И сейчас мы ее спросим. Первое, почему тебе, Ксюша, нравится голубь? Порхать крыльями, вылуплять яйца. Вот. И из этих яиц потом получаются птенчики, да, которые мы с тобой все лето смотрели, как они растут, как развиваются, да? А вот мы много с тобой разговаривали про голубей, ты много меня спрашивала. И что ты вот самое такое интересное узнала про голубей, что я тебе рассказал в это лето? В лето 2023. Что они могут вылуплять яйца и что они умеют летать. Да, умеют летать. И здесь находятся в основном какие голуби? Спортивные, которые преодолевают большие расстояния. И в этом году я тебе рассказывал, наши голуби с тобой. Тут есть и твоя голубка, Снежинка, да? Но она не летала, она у нас пролетела 100 километров, потом мы ее с тобой оставили, чтобы она всегда жила в этом питомнике. И наши голуби пролетели 712 километров. Ты хотела бы завести голубей, чтобы у тебя были свои голуби? Нет, да? Тебе лучше ездить сюда, смотреть на это, помогать кормить, да? Вот. Ну и, наверное, родители не очень хотят, да, этим заниматься. Ну и правильно. Ты, я надеюсь, что будешь по-прежнему приезжать сюда, да, смотреть, помогать. И когда-нибудь мы вместе с тобой будем тренировать голубей. Кстати, Ксюша в этом году помогала мне тренировать голубей. Они вместе с папой ездили на 20 километров выпускать голубей, да, вот, из садка. Ну и давай, так как ты идешь в первый класс первый раз, ты хочешь в школу идти? Да. Вот мы сейчас с Ксюшей выпускаем голубя, она всегда приходит, и это наша с ней уже стала традицией. Она и загадывает этому голубю, этой голубке, Снежинке желание, и оно всегда исполняется, да? Все, давай, держи в руки. Давай. Загадывай желание, чтобы никто не слышал. Давай, отпускай. Помашем. И увидят миллион. Все, молодец. А что ты хочешь пожелать детям, которые пойдут в первый класс в этом году? Всем детям нашей страны. Чтобы они получали пятерки. Отличное пожелание. И давай теперь помашем ручкой всех, ребята, с 1 сентября. Всем пока. До новых встреч. Всегда ваш улетный дачник. Без зависти и честно. Максим и Ксюша.